Вы все были свидетелями радостного события в нашем городе. Пуска первой очереди пансионата «Лазурный». Этот день стал настоящим праздником для всех трудящихся нашего города. Вот здесь, рядом с нами, находится молодой директор нашего пансионата, товарищ Лазарева Нина Александровна. Я надеюсь, вы что-нибудь скажете нашим телезрителям. Будьте добры. Нина Александровна, вы не волнуйтесь, все будет хорошо. Володь, ты готов? Прекрасно. Да-да. Так, хорошо. Прекрасненько. Да не бегайте вы здесь. Уважаемые дорогие телезрители, наш пансионат предоставит отдыхающим все удобства на уровне лучших пансионатов и отелей мира. Добро пожаловать в пансионат «Лазурный». К вашим услугам прекрасно оборудованные номера, ресторан, кафе, буфеты на этажах, гриль-бар, банкетный зал, бассейн, зал, теннисный корт. Для вас открыты библиотеки. На море черное, песок и пляж, там небо синее, морская гладь. Ты не подумай, что это блажь. Пожарная 01. Пожарная, вы меня слышите? Пансионат горит, Лазурный. Адрес? Садовая 25. Откуда говорите? С 5 этажа, здесь в вестибюле. Слышно меня? Номер? Из 56 номера. Приезжайте скорее, все горит. Не кричите. Вызов принят. Машина будет. Помогите! Скорее! Из Лазурного! Из Лазурного! Этаж. Да все кругом горит, погибает! Этаж. А кто с моего рождения не нужен вам? Что вы там анкет наполняете? Этаж какой? 12-й, что вам там был? Первая часть, вторая и третья стоянки. Третья часть, пятая и шестая. Четвертая часть, первая и третья стоянки. Thank you.
Егор, тебя срочно кто-то. Покажите ваш возьми. Трефель. Так, три. Да? Так, а у меня что здесь? Да. Так, а здесь? Буду через 10 минут. Что случилось? Вы без двух. Что случилось? Пансионат горит. Согласен? Лазурный горит. Поехали. Наверное, это меня. Ты что, даешь мой телефон? Ну, а как же. В случае чего должны найти? Ну, так вот, пусть сегодня тебя не найдут. Да? Я слушаю. Когда? Я сейчас. Я немедленно. Пожар. Пансионат горит. Многие видели взрывы в окнах. С этим разберемся. Людей надо растерять. Связывайтесь с гостиницей. А меня послушают? А кого же тогда послушают? Вы же директор пансионата. Сколько человек отправлено в больницу? 38. Погибшие есть? Трое в крайне тяжелом состоянии. Я не буду больше повторять, что это чрезвычайное происшествие для города должно быть расследовано в самые сжатые сроки. Следственную бригаду возглавит старший следователь прокуратуры Алексей Иванович Рогов. У меня все. Я не хочу влиять на следствие, но считаю необходимым предупредить, что в самое ближайшее время город должен знать виновных и причины этой катастрофы. О результатах расследования прошу сообщать мне лично. Каждый день. Учтите, что к этому делу привлечено внимание не только города, но и области, республики и даже Москвы. Все, приступайте. Вечером доложите о проделанной работе. И остальные службы окажут вам содействие. А я знаю, я тебя... Так, 6 утра. С чего начнем? Начнем? С чаю начнем. Первое. Сегодня в 2 прилетают эксперты. Ты их встретишь. Ну, а теперь наметим план действий. Здравствуйте, кто из вас? Здравствуйте, я Крот. Следователь Чекурова. Васильев.
Голубев. Пожалуйста. В гостиницу? Нет, сразу на место. Потом завезете вещи в гостиницу. Кто руководит следственной группой? Алексей Иванович Рогов. Он давно работает в городе? 13 лет сразу после окончания университета. Вы тоже в группе? Да. Почему именно ему поручили следствие? Ну, это вы спросите у руководства. Вы его не любите? Разве сотрудники Института судебных экспертиз приехали для того, чтобы выяснить, кто кого любит? Нет. Но это тоже очень важно. Всем нам работать вместе. Когда ваши пожарные машины прибыли на пожар? Это зафиксировано в журнале в 23 часа 29 минут. Что горело? 5, 6, 7. И что самое удивительное, 12 тоже. Почему удивительно? За 4 минуты пожар сам по себе не мог распространиться на 7 этажей сразу. Допустим. А как может? Никак. Короткое замыкание может произойти сразу на 5 этажах. 5 окурков сразу одновременно нельзя бросить, чтобы от них все загорелось. Так? Понятно. Ну вот ваши показания подпишите. Хорошо. Я считаю, это поджог. И подожгли сразу в нескольких местах. Как, значит, когда вы понадобитесь, мы вас пригласим. Хорошо. До свидания. До свидания. До свидания. До свидания. Не исключено, что он прав. Похоже на поджог. За 4 минуты пожар не мог сразу охватить 7 этажей. Все может быть. Что ты этим хочешь сказать? Ты же вела дела о пожарах. Ну и что? Значит, ты знаешь, что сейчас самое важное. Знать, где и когда загорелось. А уж потом, кто и почему. И потом, давай договоримся. Все может быть. Даже, я не знаю, марсиане прилетели и подожгли сразу 7 этажей. Ха-ха. Вот именно. Пока у меня нет данных, опровергающих это предположение, я не исключаю и его. Направление записал на юго-запад. Вот до сих пор. Нет, дальше. Еще 9 метров. И что же это за части? От какого-то устройства, пока непонятного. Сердечко? Двигаться больше на дорогах. Двигаться. А лопать поменьше. Взрывным устройством, может быть? Не знаю. На экспертизу в Институт электроники. Хорошо. Предполагаемый очаг пожара где-то здесь. Но это нужно еще проверить. Завтра будут из Института противопожарной обороны. Они просчитают варианты. Кто занимал этот номер? Наумов Геннадий Павлович. Запроси сведения по месту жительства и работы. Хорошо. Ну что, посмотрим. Привет. Маргарита Павловна. Да? А что вы делаете сегодня вечером? У нас нет вечеров. Почему же? Как все советские люди, работаем до 6. Вы всегда так банальны. Интересная женщина. Да. Замужем? Нет. Была? Ну, естественно. Кто ее бывший муж, знаете? Знаю. Я.
Наумов Геннадий Павлович. Вы проживали в гостинице в номере 1205? Проживал. Скажите, Наумов, вы здесь указали все вещи, которые сгорели у вас при пожаре? Да, все. Значит, никаких приборов, аппаратуры у вас с собой не было? Нет, не было. Ну, кроме бритвы? Да, R10, последняя модель. Хорошо, теперь по поводу ваших прошлых показаний. Вы утверждали, что в день пожара, после обеда, вы поехали в Арбатск и осматривали там музей-усадьбу. Да. Именно в этот день осматривали? Да, именно в этот. Один осматривали или с экскурсией? Один. Странно. Музей-усадьбы 3 дня как закрыто на реставрацию. Ну что же, я думаю, у вас будет время подумать и все вспомнить. А сейчас я возьму с вас подписку о невыезде. Мне необходимы рабочие чертежи пансионата и акт приемки. Кстати, вы допрашивали работников радиоузла? А что радиоузел? Что, новая версия? Минуточку. Версия это по вашей части. Так где же все-таки очаг пожара? Разве не номер 1205? Пока не знаю. Входите. После вас. И, кстати, об институтах. Мне необходимо привлечь вентиляционщиков и аэродинамиков. 10-й по счету институт. А что вы удивляетесь? Недавно у меня было дело, когда я привлек 34 института и лаборатории. Влетает в копеечку. Истина стоит дорого. И чем дальше, тем будет стоить дороже. Но дороговизна это должна как-то оправдываться. Так вот, по поводу взрывного устройства что-нибудь прояснилось? Пока нет. Чему вы так радуетесь? Хорошей погоде и вам. Вы прелестно выглядите, Маргарита Павловна. Только что милиция на вокзале задержала Наумова. Надо просить санкцию на арест, но Алексей Иванович возражает. Да. Я считаю, что нет пока оснований. Оснований сколько угодно. Во-первых, предполагаемое взрывное устройство в его номере, и здесь же вероятный очаг пожара. Во-вторых, Наумов путается, лжет и не может доказать своего алиби. В-третьих, дав подписку о невыезде, он пытается скрыться. Я рассуждаю логично. Логично. Но у следователя должен быть постоянный страх перед логикой. Логика – главное оружие следователя. Ну, если логика – это оружие, то ее надо особенно бояться. Нашли в его номере какие-то детали, еще не ясно какие. Значит, он поджигатель. Был на вокзале. Что это значит? Значит, хотел скрыться. Опасно это слово «значит». По логике, может быть, это и значит, а в жизни совсем не значит. Потому что в жизни гораздо больше непонятного, чем понятного. И чаще всего человеку все ясно и понятно именно тогда, когда он заблуждается. Браво, прекрасная речь, но извините меня, я не философ, а следователь и мыслю конкретно. Если нам сейчас не задержать этого человека, то он задержит нам все следствие. Согласен. Арестовывайте. Откуда взялся этот человек? Из Ейска. А фамилия у него настоящая какая, вы выяснили? Наумов. Что тебя еще интересует? 45-го года рождения, 2 детей. Нет, я голодный. Ну, а куда мы идем? Ты что-то поправляться стал. А у меня работа такая, сидячая. Нет, это не он. Человек с 2 детьми на такое не пойдет. А потом их было несколько. Загорелось же сразу на многих этажах, и взрывы были. Да все об этом в городе говорят. По команде, что ли, загорелось? И кто же, по-твоему, отдал такую команду? Что по этому поводу говорят в городе? Я тебя не понимаю. Ну почему ты такой спокойный? Несчастье же! Люди пострадали. Моя дежурная с 5-го этажа в крайне тяжелом состоянии. Мы звонили в больницу, кровь свою предлагали. Я бы на твоем месте. Ну что ты на моем месте? Всех бы поставила на ноги. Не беспокойтесь. Все на ногах. Михаил Петрович! Ну? А это правда, что поджигателя арестовали? Арестовали, говорят. А кто же эта гнида? Разбираются, это дело соответствующих органов. А наше дело работать. Надо срочно этот корпус вводить. Людей некуда расселять, все гостиницы забитые. Жень, послушай, надо бы 3-ю смену организовать. Ну, задыхаемся, поверь. Пойдем, подумай. Ну что ж, прямо скажем, сработали вы недурно. Спасибо. Пора подписывать. Время не ждет. Да что время не ждет, это верно. Пошли. Я думаю, что
Вот этот эскиз достоин всесоюзного симпозиума в нашем городе. А? Спасибо. Егор Яковлевич, спасибо. Пожалуйста, до свидания. Спасибо. Не стоит, наше общее дело. До свидания. Да? Да, арестовали. Да, есть все основания. Прокуратура сработала хорошо. Мотивы выясняются. Хорошо? Есть. До свидания. Следствие ведется оперативно. И задержка теперь только за экспертной группой. Как только она подтвердит наличие очага пожара в номере 1205, мы сможем закончить дело Наумова. Ну вот у меня, пожалуй, все. Что скажет экспертная группа? Я с интересом выслушал сообщение Маргариты Павловны. Сожалею, но вынужден ее огорчить. В номере 1205 очага пожара не было. И вообще, возникновение пожара на 12 этаже экспертизой полностью исключается. Пожар возник не на 12, а на 5 этаже. Доказательством этого является характер повреждения, причиненных огнем на 5 и 12 этажах. На 5 этаже горючая облицовка коридора из древесно-стружечных плит и полимерной пленки выгорела практически по всей длине и высоте коридора. Тогда как на 12 этаже она выгорела, ну, на расстоянии метров 60. В номерах, поврежденных пожаром на 12 этаже, облицовочный материал и мебель сохранились больше, чем в таких же номерах 5 этажа, хотя горючая загрузка в этих номерах одинакова. Это свидетельствует о том, что длительность пожара на 5 этаже была больше, чем на 12. И, следовательно, горение там началось раньше. А как же найденное взрывное устройство? Никакого взрывного устройства не было. Институт электроники дал заключение, что это набор деталей, как минимум для 3 кассетных магнитофонов, типа «Комета». Кстати, очень дефицитные детали. Думаю, что это элементарная спекуляция. Но это уже дело следствия. Чудеса! Взрывных устройств не было. А взрывы видели десятки людей? А это не взрывы. Вот заключение. Раскаленные горючие газы, распространяясь по зданию и попадая в помещение, где еще не выгорел весь кислород, самовоспламеняются. При этом происходят яркие вспышки, очень похожие на взрывы. Ну что же, спасибо экспертам. Теперь мы все убедились, что пожар протекал строго по науке. А не может ли наука подсказать нам, где все-таки находился реальный очаг пожара? Теперь может. Из всех предполагаемых очагов остается только один. Радиоузел на 5 этаже. Где вы были, когда начался пожар? На посту. Не понял. В радиоузле, как положено. Ну, а кто еще был с вами? Радист Шалаев. Как вы узнали о пожаре? Шалаев заметил, что потянуло дымом. Мы выглянули. Коридор весь в огне. Шалаев схватил огнетушитель и начал тушить, а меня послал за другим огнетушителем. Я добежал до конца коридора, но вернуться уже не смог. Все горело. Прекрасный был парень Шалаев. Погиб, не выпуская из рук огнетушителя. Так и пожарные его нашли. Когда потянуло дымом, времени запомнили? Нет, не помню. Маргарита Павловна, а Наумова, по-видимому, все-таки придется освободить из-под стражи. Естественно. Удивительные парадоксы времени. Естественно арестовать, естественно освободить. Когда случается такое, вы хоть неловкость перед такими людьми испытываете? Мы принесем ему свои извинения. А вообще он мне не нравится. Почему? Не знаю. Не нравится и все. Очень логичное объяснение. Логики, может быть, и нет, а по жизни это так. И, как говорит один наш общий знакомый, в жизни нелогичного гораздо больше, чем логичного. А вот тут я с нашим общим знакомым не согласен.
пожалуйста. Спасибо. Кстати, а почему вы бросили Рогова? А почему вы решили, что я бросила, а не он меня? Рогов не всех, кто бросает. Такие лет 5 думают, прежде чем жениться, и не менее 10, прежде чем развестись. Нет, бросили вы его. Ну, если точнее, то вначале я его, а потом он меня. Понятно. А мне нравится Рогов. Своей основательностью и несуетностью. Это очень мужское качество. Хотите, я угадаю, о чем вы думаете? Угадайте. Вы думаете, что с таким попрыгунчиком, как я, хорошо проводить время? Даже можно завести роман. Но выходить замуж нужно за Роговых, так? Так, вы даже слово попрыгунчик угадали. Вы что, умеете мысли на расстоянии угадывать? Если расстояние не очень большое. Ну вот насчет попрыгунчика вы ошиблись. Я человек даже более основательный, чем Рогов. Вы в этом неоднократно убедитесь. Вы не учли только один маленький пустячок. Захочу ли я в этом убедиться? Ну хорошо. Ладно, в чужом городе, где меня никто не знает. А если бы дома мне предъявили такое? Подумать только. Поджигатель. Сказать страшно. Мы вам принесли свои извинения? Да что мне ваши извинения? У меня от отдыха 5 дней пропало. Подпишите, пожалуйста. Что это? Подписка о невыезде. Опять? Почему? Потому что мы выделяем в особое дело обвинение вас в спекуляции. Найденные у вас в номере детали от магнитофона, по всей видимости, были вынесены с радиозавода. Кроме того, установлено, что вы эти же детали передали в радиоателье города Арбатска для производства левых работ. Это когда же было? Вероятно, тогда, когда вы ездили осматривать музей-усадьбу. Представляешь, в крови погибшего при пожаре радиста Шилаева обнаружено 3,2 промилле алкоголя. Это тот самый, который совершил свой подвиг на посту, не выпуская из рук огнетушитель. Ну, я не знаю. Приняв 3,2 промилле алкоголя, не только подвиги совершать при тушении пожара. На ногах стоять невозможно. Вдвоем такое количество они явно не могли осилить. Ну, а если не за один день? Да я проверял. Порожняк с рабочего места убирается сразу. Это для уборщиц приработок. Кроме того, обнаружена расплавленная пудреница и пузырьки от лака. Судя по всему, там были женщины. Вот эти свидетельницы очень бы нам помогли. Ну, это я беру на себя. Угу. Слава богу, в нашем городке кто с кем, все про всех знают. Да уж, не только кто с кем, но даже где и когда. Значит, вы собрались в радиоузле у Нефедова. Дальше. Мы выпили втроем. Потом тот парень ушел. Нефедов сбегал в бар. Там как раз банкет был. Принес еще 4 бутылки фитяски. У ребят была хорошая музыка. Как раз Шалаев поставил технику. Сидели, отдыхали. Танцевали. Рассказывайте, я слушаю. А потом я напомнила Нефедову, что он обещал мне браслет запаять. Он взял браслет и пошел к себе за ширму. У них там целая мастерская была. Мы вообще часто у него собирались в радиоузле. У радистов вообще всегда были записи последних дисков. Вот вы спрашивали о Нефедове. Но он нормальный парень. Правда, выпивать любит. Но безотказный. Что не попросишь, все сделает. Хватит. Ребята, пожалуйста! Шалаев сказал, что надо звонить 01. Нефедов стал кричать, что не надо звонить 01. Что мы сами будем тушить, а то будем виноваты. Схватил огнетушитель. Потом огнетушитель у него кончился. Дальше. Тут стало много дыма, и я стала задыхаться. И мы с ним побежали по коридору. А что, Шалаев? А ничего, он же сильно пьяный был. Нефедов выругался и сказал мне, чтоб я никому ничего не рассказывала. А почему? Но ведь загорелось же, когда он паял.
Спасать, между прочим, тоже уметь надо. А медаль тебе за спасение на пожаре хоть дадут? Старший инспектор Пунин, ты же меня знаешь. Отойдем. С чего бы это? А так. Предъявить сначала ордер на арест. Предъявим обязательно. В машине. Не могу же я такие документы в плавках носить. Пошли. За медалью повели. Ну и какие же можно сделать из всего из этого выводы? Безобразие? Развал? Вот радисты в вашем подчинении. Скажите, кто рекомендовал этих проходимцев? Молчите. Понятно. Я отвечу. Но вы тоже ответите. Я вас покрывать не буду. Что же это получается? Пьянствуют на рабочем месте, проводят посторонних, а дежурные, между прочим, в вашем подчинении. Нина Александровна, за всеми же не уследишь. А не можете уследить, дорогая Михайловна, подавайте заявление. Все. Вольница кончилась. Свободны все. Что у вас? Нина Александровна, мы должны задним числом объявить выговор Шалаеву. Кому? Шалаеву. Покойнику все равно. А мы все-таки предупреждали, меры принимали. А это же подтасовка. Это противозаконно задним числом. Нина Александровна, подпишите. Я не за себя боюсь, за вас. Благодарю вас, конечно. Но обо мне, знаете ли, думать не надо. Конечно, у нас были упущения. А у кого их нет? Но за это, знаете ли, в конце концов, людей не сажают. Ну, сажают или нет, не знаю. Но с работы снимают и из партии исключают. Поверьте моему опыту. Я на кадрах 20 лет. Ну как? Ну, теперь я человек. Слушай, а у нас что, сегодня праздник какой-то? Просто я тебе рада. Может, под это рада? Кроме цыпленка еще что-нибудь найдется? Найдется. Ну, давай. Так. Садись, налью. Ты представляешь? А мне сегодня аферу предложили. Вынести задним числом выговор покойному радисту для перестраховки. Причем моя кадровичка считает, что меня могут снять с работы и исключить из партии. Смешно же. Не смешно. Я этого совсем не исключаю. Как? Что же мне теперь делать? Что ты молчишь? Скажи что-нибудь. Но ты ведь должен найти выход. Я не знаю, я сама ничего не могу придумать, я только на тебя рассчитываю. У меня же никого нет, кроме тебя. Ты же меня не бросишь. Брошу. Еще раз заваришь такой бледный чай, брошу. Я тебя никогда не брошу. Никогда. Город оправдает этот труд, потому что наш Красномор становится всесоюзной здравницей. Я думаю, что в ближайшее время он встанет на уровне Сочи, Пицунды, Гагры, даже золотых песков Болгарии. На днях вы все были свидетелями радостного события. Это введение в строй, в первой очереди пансионат Лазурный. Ой, какая ерунда. А что, держишься замечательно. А нельзя ли обойтись без этих допросов? Понимаете, нам крайне важны показания всех потерпевших. Но к девочке я вас не пущу. К Туркиной?
Да, у нее ожоги, 80% кожного покрова, тяжелейшее состояние. Надежда только на молодой организм. А вот этот майор, видите, ее отец, сутками дежурит. В 15-ю к пожарному разрешаю. Пойдете? Да. Там у него кто-то есть, кажется, его начальник. Ну, ничего, я подожду. Пожалуйста. Марья Павловна, Туркиной опять плохо, надо переливание. Тогда быстро, девочки, готовьтесь. Нет-нет, туда нельзя. Прошу вас, посидите здесь. Не волнуйтесь, все будет хорошо. Посидите. Слушай, все радуются, все счастливы. Город ликует. Поджигателя ты нашел, да? Да не поджигателя. Я тебе потом объясню, кто он. Это ты потом его девушке все объяснишь. А почему? Это ты мне скажи. Что почему? Почему такой большой пожар вышел? Ну, хорошо. Радист паял браслет. Искра. Хорошо. Ну, сгорел бы рядом номер один. Ну, два номера бы. Ну, хорошо, пять номеров. Мы приехали через 6 минут. Горело 7 этажей. Разве мог один радист поджечь 7 этажей? Не мог. Здесь что-то не так. Ты нашел, да не нашел. А теперь кто виноват будет? Кто-то один виноват будет. А надо со всех спрашивать виновных. Со всех. Но ведь и по твоей вине были упущения. А как же? Значит, были? Пусть я пострадаю. Водички мне. Спасибо. Предстоящий симпозиум я буквально вымаливаю. Я рассчитываю на него. О симпозиуме сообщит пресса. Красноморск появится в центральных газетах, как новая курортная зона. Это хорошая реклама. Хорошая реклама – это фонды, средства, лимиты для города, понимаешь? Это замечательно. Конечно, замечательно. Только непонятно, о каких достижениях мы будем докладывать на симпозиуме. О нашем безобразном пожаре, о жертвах, о чем? Эксперты. А где начальник? На крыше. Здорово. Здорово. Кафе. Со следователем Чекуровой беседует. Вон там. Привет. Бить будете? Потом. После того, как вы дадите экспертное заключение. Дать-то мы дадим, только вам оно вроде ни к чему. То есть? Маргарита Павловна мне сказала, что вы дело практически закончили. Да? Обвинительное заключение против Нефедова почти готово. Нефедов во всем признался. А вы по-прежнему считаете, что очаг пожара был только один в радиоузле? Да. Абсолютно точно. Знаете, здесь сработал так называемый эффект дымовой трубы. Строители не заделали перегородку в подвесном потолке между радиоузлом и вентиляционной шахтой. В результате за 4 минуты пожар охватил 7 этажей. В ЭВМ заложили силу тяги и движение воздушных потоков. Все сошлось. Значит, надо привлекать и строителей. Не будь этой дыры, пожар не принял бы таких размеров. Естественно. Можно? Ознакомитесь с нашим заключением, убедитесь. Многие должностные лица приложили руку к пожару.
которых надо привлекать. Нефедов виноват. Это факт. Что вы меня спрашиваете? Что вы, первый год работаете? Можно привлечь одного Нефедова, можно привлечь многих Нефедовых. Я думаю, что если вы привлечете одного Нефедова, все будут очень довольны. Ну, а ваше заключение? Это мое заключение. Судить будут по вашему заключению. Да. Ой, что это со мной? Знаете, это на меня не похоже. Если я каждому пожару буду относиться с такими эмоциями, очень скоро расшатаю свою нервную систему. Значит, все это будет у вас заключение? Конечно. А иначе зачем бы мы сюда приезжали? Для того, чтобы познакомиться со мной. А это уже счастливая неожиданность. Медленно. Медленно, очень медленно. Кончайте раскачиваться. Мы вам все дали. Людей, технику. Все брошено вам. А у вас вон опалубка еще не сделана. Так ведь... Симпозиуму корпуса должны быть сданы в срок. Постараемся. Да стараются школьники. А ты строить должен. Если допустишь хоть одну недоделку... Косьми лягу. Да не ляжешь, а сядешь. Михаил Петрович! Вас срочно просят к телефону. Из прокуратуры звонят. Да ничего, подожду. Егор Яковлевич, слушай, неудобно. Ну, честное слово, неудобно. Ну, хорошо. Держи. Да. Да. Рогов срочно вызывает на допрос. Давай. Приветствую вас, Алексей Иванович. Очень тебя прошу. Что угодно, но только через 2 недели. Пожалуйста, не отрывай людей от работы. Значит, хотите все официально. Ну, хорошо, хорошо. Поезжай. О дальнейшем я с прокурором договорюсь. Спасибо. Чем вы объясните, что перегородка между вентиляционной шахтой и шкафом слабых токов радиоузле не была перекрыта? В результате чего образовалась дыра. Именно это способствовало мгновенному распространению пожара. Не знаю. Это еще доказать надо. Вот, пожалуйста. Что это? Эксперт? Что, ботиночки купили? Да, вы знакомьтесь. Ну, все правильно, Алексей Иванович. Торопились. Яковлев приказал. Кровь из носа, но к 1 мая первый корпус должен быть сдан. Я не совсем понимаю, кто руководит строительством, вы или Яковлев? Ну, я. А если вам начальство приказывает, вы что, не выполняете? Выполняю. Ну, раз я слушался, 2. А 3-й раз слушаться будет уже другой. Простите, вас поставили руководить, чтобы вы слушались? Или чтобы принимали решения и отвечали за них? В строительстве, да и везде, Алексей Иванович, есть такое слово «надо». Вы понимаете, надо. Кому надо? Ну, как это кому? Городу? Людям, наконец? Нет, людям не надо. Люди не хотят гибнуть только из-за того, что кто-то хочет раньше срока отрапортовать. Вы что, Алексей Иванович, скандалы хотите? Насколько я понимаю, виновник пожара уже найден? Не будем отвлекаться. Ответьте, пожалуйста, на следующий вопрос. Почему, несмотря на неоднократные предупреждения Киладзе, не были заделаны щели в перекрытиях? Как по-вашему, кто в этом виноват, Яковлев или вы? Егор Яковлевич, Егор Яковлевич! Сядь ты, посиди, успокойся. Какое же тут спокойствие? В тюрьму уйду. А из-за кого? Не за себя. Все торопили, все наставили. Быстрее, быстрее. А как я мог сделать? Быстро и без недоделок. Ну, конечно, они были у меня и у других. Вот, архитекторы, куда они-то смотрели? Где был их авторский надзор? Пусть имеет в виду, я ничего о них скрывать не буду. И в тюрьму один я не пойду. Слушай, прекрати истерику. Прокуратура разбирается, выясняет обстоятельства. Все идет нормально. Егор Яковлевич, я тюрьмы боюсь. Ну, честное слово, боюсь. Так на то она и тюрьма, чтобы ее боялись.
Иди, иди, работай, корпуса должны быть сданы в срок. Ну, а... Это сейчас самое главное. Есть ли у следствия вопросы к экспертизе? Пока нет. Вы чем-то расстроены? Рогова жалко. Как сказал пролетарский классик, жалость унижает человека. А что с Роговым? У его дамы набирается состав преступления. Объясните. Вот данные вашей экспертизы. Вопреки инструкции, в радиоузле стоял токарный станок, и вообще там обнаружен целый склад радиоаппаратуры. Там сверлили, чинили, паяли, тем самым увеличивая общую загрузку, горючую загрузку почти в 4 раза и так далее, и тому подобное. И вот выходит, что он должен будет обвинять любимую женщину. И я не вижу из этого выхода. Да что вы, выход есть. Если он отступится от строителей, и дело ограничится только обвинением радиста Нефедова, то это автоматически будет означать, что против Лазарева дело тоже не возникнет. Надеюсь, он все это понимает. Неужели ты этого не понимаешь? Нет, я этого не понимаю. Ну, хорошо. Хорошо, я с тобой согласен. Выводы надо делать, и они будут сделаны. Но ведь ты настаиваешь на привлечении людей к уголовной ответственности. Я только настаиваю, а решать-то суд будет. А кому нужен суд? Люди и так мучаются. Но ты же отлично знаешь, с каким трудом мы выбили решение, чтобы Красноморск стал современной курортной зоной. Мы его выбили, мы построили. Плохо построили. Неплохо. Но ведь и нехорошо. Может быть, недостаточно хорошо, но мы это сделали. А могли сидеть и ждать. Ждать. Десятилетиями. А тех, кто сидит и ждет, у нас к уголовной ответственности не привлекает. Тебе хочется суда. Громкого дела. Но ты пойми, это же ударит не только по Красноморску. В сотнях таких красноморских хотят сделать хорошее дело. Да я понимаю. Но после этого процесса им не дадут этого делать. Потому что у нас важен прецедент, чтобы в него ссылаться и ничего не делать. Только бы ничего не делать. Ты посмотри на свои ботинки. Ну, посмотри. А что такое? Ну, они тебе нравятся. Других в магазине не было, носить можно. Вот именно можно. Да нет, жмут немного, но... Конечно, жмут, потому что нет лучше. Потому что сидит где-то вот такой же осторожный, как ты. И штампует. Только бы не перестраиваться, только бы ничего нового, только бы не рисковать. А вдруг сразу не получится? А если не получится, может тогда выговор схлопотать? Инициатива ведь наказуема. Так лучше без инициативы. А миллионам людей постоянно чего-то не хватает. То вдруг... Не хватает посуды. То вдруг махровых полотенец. А гостиницы? То вдруг... Чего? Я про гостиницы. О, боже мой, да дефицит с гостиницами, с пансионатами длится не годы, а десятилетия. Да что, по-твоему, лучше сидеть и ждать? Да? Ждать, скажем, постановление, которое поможет. Но ведь невозможно жить одними постановлениями. Пора уже самим, наконец, что-то делать. Самим шевелиться. Самим принимать огонь на себя. Да, оправдать можно все, конечно. Только это не выход. Ну и в чем же ты видишь выход? В ответственности каждого. Независимо от места и занимаемого положения. В частности, люди должны знать, кто и в чем виноват, чтобы в следующий раз не повторились эти ошибки. Вы извините меня, но я считаю, что всем виновным в этой катастрофе должно быть предъявлено обвинение. Всем? Всем. Здравствуй. Здравствуй. Я не ко времени, кого-то ждешь? Жду. Мне надо с тобой поговорить. Завтра в прокуратуре. Понимаешь, я не знаю, что делать. Не знаю. Впервые в жизни. Всегда знал. Понимаю. Лазарева, я думаю, что здесь... Должно быть пиво отдельно, а раки отдельно. Есть будешь? Нет. Рита, я ее люблю. Я не могу. Меня ты тоже любил. Что делать, Рита?
Ну и прекрасно. Я думаю, что не будет она директором пансионата, так будет городской баней заведовать, если ей так хочется руководить. Или будет рожать для тебя детей, которых я тебе не родила и которых ты хочешь всю жизнь. Если бы меня кто-нибудь так любил, я бы бросила свою прокуратуру. Зачем мне прокуратура? Я бы помидоры пошла сладко продавать. Билеты на лодочной станции проверяла бы. На все бы пошла, если бы меня так любили. Неужели твоя дура этого не понимает, а? Ты другой стала, Рит. Лучше. Старше я стала. Дверь нараспашку. Ух, какой стол. Командированные должны носить тапочки с собой. Верно, Рогов? Верно. Привет. Привет. Кстати, он еще умнее меня. Можешь объяснить ему ситуацию? Не надо. Ты уходишь? Да. Счастливо. Пока. Ситуация с Лазаревой? Ну и что ты ему посоветовала? Ничего. Да все очень просто. Ради любимой женщины можно и отступить. Ну а что тебе Рогов говорит? Ну, очевидно то же, что и вам. Вы же с ним говорили. Да говорили. И ты знаешь, он прав. Отвечать за содеянное должны все. И архитекторы, и строители, и я тоже. Но ты в первую очередь. Но почему я? А потому что пансионат твой, а радисты твои. А против пожарных упущений-то у тебя вагон. В общем, короче, в четверг твое дело на бюро горкома. Что же мне теперь делать? Не знаю. Не знаю. Не знают. Все приходят, помоги, спроси, что делать, что делать. А я не знаю, что делать. Поверь мне, не знаю. Ни один следователь, пойми, не может поступать иначе, если есть в деле такое заключение экспертов. Нет, ты машина, агрегат, механизм, ну ты же не человек. Кто человек? Да тут же Пименов хочет мне помочь на бюро. Да не тебе он хочет помочь, а меня купить. Да как это купить? Да элементарно, ну как же ты не понимаешь? Архитекторов мы тоже привлекаем, значит услуга за услугу. Мы не тронем их, они простят тебе. Да мне плевать, кто кого покупает и кто кого продает. Я знаю, что ты меня продаешь, ты. Ты дуб, дубина. Береза. А? Я говорю, береза, ольха, осина. Как мне хочется тебя чем-нибудь стукнуть. Смешная ты. Послушай. Завтра мы, наконец, подадим заявление в ЗАГС. Я так решил. Благородный поступок хочешь совершить? Ждать меня из тюрьмы? Послушай, ты же юрист. Ну, посоветуй, что мне делать. Помоги мне сейчас, пока не посадили. Сейчас, когда я веду следствие, я ничем тебе не могу помочь. Но когда ты станешь моей женой, и меня отстранят от следствия, вот тогда я сделаю все возможное. Мы привлечем хорошего адвоката. Будем защищаться. Ты с ума сошел? Чтобы я испортила и твою карьеру? Нет, такой жертвы я принять не смогу. Оставь меня. Я буду защищаться сама. А мне товарища Пименова. Добрый вечер. Это Лазарева. Да, конечно. Я буду у вас через 20 минут.
По данным пожаротехнической станции, скорость распространения дыма достигала 30 метров в минуту. Работы по спасению и эвакуации людей приходилось вести в условиях сильного задымления. Перечисленные выше недостатки эксперты относят к недостаткам на стадии проектирования. Что вы можете сказать по этому поводу? Проект был хороший. Просто жизнь, Алексей Иванович, она вносит коррективы. Мы же реалисты. Вот вы говорите, двери не открывались автоматически. Ну, это не я говорю, это эксперты говорят. Да, эксперты. А где было взять эту автоматику? Мы и согласились на упрощенный вариант. Или вот вы говорите, предел огнестойкости должен быть 4 часа. Правильно, должен быть 4 часа, но не было соответствующих материалов. И мы опять согласились на упрощение, поставили стекло. А если бы не согласились? Если бы не согласились, ну, пансионат строился бы еще 10 лет. Значит, вы утверждаете, что все упущения в проекте объясняются лишь дефицитом, то есть объективными нехватками нужных материалов. Так? Нет, почему? Были и наши упущения. Вот, например, мы не предусмотрели незадымляемую лестницу в торце здания. Но почему, Алексей Иванович? Недостаток опыта. Здание подобного масштаба мы в нашем городе проектируем в первый раз. Понятно. А почему это здание проектировали местные архитекторы, если у них нет необходимого опыта, как вы говорите? Почему не специализированный проектный институт? Знаете, Алексей Иванович, есть такое прекрасное слово – патриотизм. Мы с нашим мэром Яковлевым полгода выбивали, чтобы нам, местным архитекторам, разрешили спроектировать в родном городе пансионат «Лазурный». А ошибки, что ж, ошибки были. Но на ошибках учатся. Когда из-за ошибки гибнут люди, то это уже не ошибка. А что же? Может быть, даже преступление. И патриотизм ваш местный. Вчера ко мне заходила Нина Александровна Лазарева. Знаете что, вот прочтите протокол допроса, если все здесь я записал правильно, подпишите, пожалуйста. Кроме нарушения противопожарных правил, установлен ряд других грубейших нарушений со стороны администрации пансионата. Не будь их, пожар не принял бы тех гигантских размеров и, скорее всего, не привел бы к человеческим жертвам. Во всем этом виновата администрация пансионата и лично Лазарева. Так что, Вадим Николаевич, прошу меня освободить от ведения следствия и руководителем бригады назначить другого следователя. Чего бы это? У меня сложные отношения с Лазаревой. Роман, что ли, с ней? Да в городе все об этом знают. Тоже мне причина. Потом, пока ты холостой человек, сложные отношения у тебя могут быть с половиной женского пола в городе. Так что ж тебе из-за этого из прокуратуры уходить, что ли? И вообще, не мудрствуй ты. Пора предъявлять обвинение этому радисту Нефедову. И твоя Лазарева не так уж виновата. Хотел бы я, чтобы это было так. Поймите, вот вы могли бы обвинить свою жену. А при чем тут моя жена? Она 10 лет сидит дома. Я могу предъявить только одно обвинение, что она плохо варит борщ. И то всегда находятся смягчающие вину обстоятельства. У меня нет оснований, Алексей, отстранять тебя от следствия. Понимаешь? Нет. Прелестная ситуация у нас складывается в сентябре. Торжественная часть доклада о тенденции развития молодых курортов, художественная часть, громкий судебный процесс. Слушай, а тебе не кажется, что Рогов малость охолпел? Он ведь так всех пересажает. Кто ж тогда в городе работать-то будет? Извините, Егор Яковлевич. Не круто ли он берет? А ситуация меняется.
Он просил меня отстранить его от дела. Так. Но пока у меня нет формальных, так сказать, оснований. Ага. Вот распишется, тогда... Угу. Так когда же они распишутся? Через 2 месяца. Уж очень большая очередь. Все сейчас женятся. Все женятся, да. Говоришь? Ну ничего. Я думаю, что в этом мы Рогову сможем помочь. Это пока еще в наших силах. Егор Яковлевич. Да? Опять из Москвы насчет симпозиума. Вы есть или вас нет? Одну минуточку. Анатолий Германович, приветствую вас. Да, все без изменений. А как же? Подтверждаем, все как намечено, в сентябре. Все сделаем, все успеем, не беспокойтесь. Хорошо, до свидания, до встречи. Так кто у Рогова примет следствие? Ну, очевидно, Чекурова. Ну, хорошо. Только объясните ей, что город ждет, чтобы следствие наконец-то было закончено. Хорошо. Оно и так затянулось. А этого радиста давно уже пора судить. Да. И попросите Чекурову зайти ко мне. Да нет. Знаешь, лучше я сам позвоню. Женщины ценят внимание. Елена Ивановна. Елена Ивановна. Хочу поблагодарить вас. Здравствуйте. Проходите, пожалуйста. Проходите, вот, садитесь. Елена Ивановна. Простите. Вы сделали все возможное. Достали самые редкие лекарства. От пустяки. Не стоит благодарности, я все понимаю. Этого понять невозможно. Никто не поймет. Умерла единственная дочь. 17 лет. Вы здесь ни при чем. Я должен кому-то сказать. Это кошмар. В мирное время погибает ребенок. Нелепо. Теперь уже ничего не вернешь. Ее тело в морге. Егор Яковлевич, к вам из горканализации. А на 15 мы назначили ее жрут строем. Завтра. С утра. Хорошо. Здравствуй, Катюша. Здравствуйте. Надо что-то делать. Рогов развил слишком бурную деятельность. А что с Лазаревым? Ты вот что мне скажи. У тебя по архитектурной линии уязвимый момент есть? Ты имеешь в виду стадию проектирования? Есть или нет? Ну, видишь ли. Но? Есть. Есть. Выходит, что Рогов прав. Рогов? Любопытно. Очень. Знаешь ли, подобные тенденции наблюдаются во всем мире. Чем грандиознее постройка, тем грандиознее опасность катастрофы. Вот, например, во Франции. Во Франции?
Во Франции после таких просчетов и ошибок тебе бы простым чертежникам не позволили работать. А лапти у штукатуром. Что ты имеешь в виду? Догнать вас всех надо. И меня вместе с вами. Катюш, скажи маме, что пора собираться. Хорошо, а рыбу взять? Обязательно. В такой ситуации нам придется отвечать головой. И каждому за себя. А мне за вас всех. Егор Яковлевич, а что все-таки с Лазаревой? А ничего. Знаешь, о чем я подумал? Может быть, нам наоборот держать ее на горхоне? Она молодой работник, толковый. Чего ты хочешь? Я не хочу скандала. Дорогой мой зодчий, это не самое страшное в нашей ситуации. Почему ты не хочешь подумать о моем варианте? Противно. До завтра. Катя, до свидания. До свидания. Все понятно. А с архитекторами, со строителями что? Вот я же слышу. Вопрос открыт до окончания следствия. Вот и все. Ну, а у Яковлева что? Тоже не позавидуешь. А где Лазарева? А она ушла давно. Как ушла? Ее дело разбирали первым вопросом. Ее исключили, знаешь? Знаю. Вы сейчас к себе, да? Ну, будь здоров. Где ты была? Где ты была? Я весь день тебе звонил. Я уже черт знает что готов был подумать. Где ты была? Не знаю. Ходила. Прощальный визит? Прощальный. Чаю? Чаю. Звонил Яковлев. Приглашает завтра зайти. Как ты думаешь, зачем? Обольщать тебя будет. И как же он будет меня обольщать? Осенью ваш старик собирается на пенсию. Есть шанс стать прокурором, если, конечно, будешь себя вести благоразумно. А если не буду? Будешь.
Ты не Рогов. Ты уступишь. По просьбе или по приказанию, это не важно. А ты уступаешь? Я реалист. А что это такое? Это человек, который знает меру. В меру работает, в меру ошибается, в меру признает свои ошибки. Ты, кажется, собираешься в Москву? Может быть, зайдешь в мой институт? Возможно. Или я, может быть, окажусь в ваших краях. В это верится с трудом. Командировку тебе сюда уже не выпишут, а за свой счет джентльмены перестали летать. Тогда ты ко мне приедешь. За мой счет. Не волнуйся. Я вас слушаю. Дело в том, что в нашем городе состоится всесоюзный симпозиум. И поэтому ставить вопрос о консервации новых корпусов просто немыслимо. Я все понимаю. Но я придерживаюсь роговской точки зрения о том, что новые корпуса необходимо консервировать, пока мы не убедимся в том, что прежние ошибки не повторены и не наделаны новые. Маргарита Павловна, мне бы не хотелось оказывать на вас давление. Мне бы тоже, поскольку силы у нас неравны. Вы же начальник, а я подчиненная. Ну, а все-таки, если я буду вынужден. Ну что ж, тогда я вынуждена буду обратиться за помощью. Чьей же? Горкома партии, областного прокурора. А выгодно ли нам будет ссориться? С кем? Вы уверены, что вам совершенно нечего терять? Ну, вы знаете, я баба, у меня с логикой плохо. Выгодно, невыгодно, это игры мужчин. А нам важно девичью честь сохранить. Я осенью ухожу на пенсию. И мое мнение о преемнике, сами понимаете, будет не последним. Я просто хотел рекомендовать вас. Ну, так что... А теперь передумали. И вы абсолютно правы. Поскольку лучшей кандидатуры, чем Рогов, трудно найти. И вы это отлично знаете. Добрый день. Здравствуйте. Вот, Егор Ильич, пытаюсь выработать общую точку зрения. Ну и как? Да что-то пока не вырабатывается. Другого и не ждал. Маргарита Павловна, извините за бестактность. Неужели Лазарева все простила Рогову? Конечно. Поскольку Рогов поступил как настоящий мужчина, а настоящим мужчинам женщины прощают все. Даже отступление? Мы с вами по-разному понимаем его поступок. Егор Яковлевич, я объяснял Маргарите Павловне, что накануне симпозиума и в интересах города... В интересах города? Мы отказались от симпозиума. И в интересах же города. Сегодня на исполкоме мы ставим вопрос о консервации строительства пансионата.